Ну, еще помимо всего прочего, я приобрел в магазине фурнитуру, вот такой вот шнур, который именно не тянется. Хочу продемонстрировать вам это, то, что шнур не тянется. Это очень важный момент, потому что когда вы начинаете ринговочкой подергивать, то есть чтобы ваше движение руки передавалось без буфера, так скажем, без растяжения, то есть именно жестко вот так вот вы передавали. То есть вот такую вот ринговочку я еще сделал. Все очень просто. Вот фиксатор такой, который перемещается. Здесь колечко для свободного хождения. Ну, тут фурнитуру пару штучек я приобрел в магазине. Вот это вот пластмассовая для красоты вещь такая пластиковая. Это термоусадочная оплетка в радиотехнических магазинах продается. Вы надеваете, и чтобы скрыть вот этот вот шов здесь, поджигаете, и она усаживается именно по ширине вашего шнура. Вот, ну и здесь она тоже вот, видите, вот так вот выглядит. Кольцо для легкого скольжения. То есть без вот такой вот ринговочки вам просто не обойтись, если вы изучаете команду рядом. То есть только на стадии изучения находитесь. То есть самое лучшее средство контроля — это вот такая вот, хочу сказать, что это не удавка, потому что собака сама может контролировать свое, как бы, состояние, свое движение. То есть если ей некомфортно идти, она идет на ослабленном поводке и чувствует, что это комфортно. Если она начинает тянуть вперед, начинает ей поддавливать под горлышко. Здесь еще важный момент, что нужно правильно одевать ее, эту ринговочку. Нужно непосредственно прямо под самое горлышко, чтобы она не здесь где-то болталась, а именно вот здесь вот. То есть средство контроля тоже, которое вы можете самостоятельно сделать, у кого руки растут из нужного места, и пользоваться со своим животным, своей собакой. Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, пользуйте правильную амуницию для дрессировки вашей собаки, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо.